Всех приветствую. 25 марта 2023 год. Туманное вообще, очень такое прохладное, ветреное утро, сырое даже, скажем. С учетом того, что вчера целый день было солнце, такое красивое небо было с тучками. Плюс 20, а сейчас, наверное, где-то плюс 7. И вот такая влага. Вообще по чуть-чуть уже отключает отопление. Я с утра трогаю батареи, они уже все еле теплые. Думаю, ну, к концу дня, наверное, или уже завтрашнему утру уже и не будет его. Но тут такое дело. Лежу вчера, читаю перед сном прогноз. С 28 по 4 апреля ожидаются похолодания в Украине. Циклон какой-то и даже осадки снега 14-17 сантиметров. Ну, то есть... будет минус, но не знаю прям какой, но вот так вот. Те, кто поставил уже летнюю резину, молодцы. Чемпионы, победители по жизни. Вот такая вот картина. Он такой сейчас дует, прям туман. Все, так были воздушные тревоги. Слава богу, ни прилетов, ничего не было. Спокойное утро субботы. Бережить себе, бережить природу. Своих родных и свое здоровье.